Президент Молдовы Игорь Дадон попал в ДТП. Авария произошла утром в районе Хинчешть. Местные СМИ сообщили, что автомобиль главы государства перевернулся после столкновения с грузовиком. Водители не справились с управлением из-за дождя и скользкой дороги. Сам Дадон отделался легкими ушибами. Его выписали из больницы сразу после оказания первой помощи. Пострадали мать и сын президента. В полиции заявили, что их состояние на данный момент удовлетворительное.